Вот такие у меня волосы. Бывает и хуже. Вот. Сейчас будем вот это пользоваться. В общем, смазываем. Я знаю, что это для кудряшек. Но все равно подходит. После него это хорошо расчесывается и вкусно пахнет. Он так выглядит после расчесывания. Это я еще не расчесала. Вот есть такая бандура. И байсон. Делаем хит. И на самом деле я пользуюсь только вот этой насадкой, чтобы применять. Он здесь, он против влажности. Защищает от влажности и, в общем, там много кератина, и он еще с легкой фиксацией. Вот, выпрямили, вот еще нет. Салка только вот эта штучка. В общем, может, я неправильно пользуюсь Дайсоном. Но это все только, что я могу с ним делать. Легкие стрелочки вот этим. Тушь эффект этих накладных ресниц. Вот такие реснички. Ждут. Да, много я не делаю. У меня только всегда реснички. А этот, как его зовут? Линия? Лайнер. Вот, и новая новинка. Что? Locked Kiss Ink от MAC. Это мой цвет, да, губ? Прикольно. Вот и все.